Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Акылбек Джапаров принял делегацию представителей германских компаний во главе с сопредседателем германской части Кыргызско-германского делового совета, почетным консулом Кыргызстана в Гамбурге Карлом Эллердингом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере инвестиций, информационных технологий, строительства и промышленности. Глава Кабмина отметил, что в последние годы между Кыргызстаном и Германией динамично развивается политическое и экономическое взаимодействие. Отметив официальный визит федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Кыргызстан в июне прошлого года и рабочий визит президента Садыра Джапарова в сентябре 2023 года в Берлин. Он также напомнил о своем участии в мероприятии «День кыргызской экономики» в Гамбурге, по итогам которого ряд германских компаний посетили Кыргызстан и начали работу над конкретными инвестиционными проектами. В свою очередь Карл Эллердинг сказал, что Германия является большим другом Кыргызстана и выразил готовность поддержки всех проектов, представляющих взаимный интерес.